Здорово все, с вами я, Чупа, и сегодня мы продолжаем играть в Metro Last Light. В прошлой серии мы остановились на том, как... остановились мы на том, что выбираемся из фашистского лагеря. Ну, давайте сделаем все по стелсу, поехали. Я поиграл на сложности Ranger Hardcore, там просто нет интерфейса, просто нету даже ничего. Что это за звук был? Нет вообще ничего, можете себе представить? Ни патрон, ни как бы... Вот этого, вот сюда даже заходить нельзя, я не понимаю, как так играть. Непонятно, сколько у тебя огнетушителей, патрон, блин, просто капец. Опа. Теперь еще лампу разбить бы. Вот так. Все, застелсили. Теперь спокойненько, медленно. Кстати говоря, у Артема в руке, вернее на руке, на часах, видите, 13:28. И время показывается то, которое установлено на вашем компе. Меня это очень обрадовало. Круто сделано. Оп. 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 Так, вроде все, да? Чую, по стелсу нам не удалось. Здесь, кажется, все. А, нет. Сам фюрер выступает. Это он нам подарочек сделал. Они тут все соберутся, и охрана вся. Хе-хе-хе. Буду воровать лампочки. Что ж, вроде застелсить получилось. Ну, как бы... Если бы нас спалили, вот как в прошлом выпуске, то есть я сейчас чуть-чуть перепрохожу, то сразу бы тревога заорала, короче, пальба началась бы. Ну, пофиг. Да ща я помогу. Нам вообще нужно ребят еще выпустить. Yes. Все, я всех отпустил, отлично. Ну да, почитаем метро 2033 в метро Last Light. Ну, заканчивает смысл. Надо идти, пока шабаш не закончится. Для полного целства мне хватает только пару выбитых лампочек. Все, идеально. Ту оставим белую. В общем-то, мы идем дальше. Пошла, родимая! Проходим. Я буду делать моментами, как бы, чтобы вы не видели, как я там долго ерзаю. Все основное. Это все отлично. Ага. То бишь мы выбрали сейчас лагеря. Под девизом «Враг моего врага, мой друг». Пока все, тьфу-тьфу-тьфу. Ты молодцом, не зря тебя в рейнджеры взяли. Так. Они там зигуют, походу, как я понимаю. За мной, не останавливайся! Вот. Ой, есть что-то. Вау. Охрана, дорогу! Легендарный подземный комплекс Д6. Грандиозные склады, которые ломятся от еды, лекарств и оружия. Там хватит консервов, чтобы рейх был сыт 100 лет. Там достаточно оружия, чтобы уничтожить. Выбирать сквозь толпу как-то страшновато. Я титры читал, они нашли Д6, которая в первой части была, то есть откуда полетели ракеты. Вот. Но господин штурмбанфюрер, что там еще? Черт подери! Перебили охрану и скрылись! Так что вы тут делаете? Ну какого хрена ты делаешь, придурок? Ой, дурак! Павел, идиот! В смысле? Блин, мы стояли в такой толпе? Нас бы не нашли ни за что, блин. Японский бог! Как, блин, вообще... Вау, слоумо! Класс! Вы же знали, я его обожаю. Короче, пролезай! Капец, блин. Павел. Так.
не могу встать. Блин, вообще мне вот что-то действие непонятно. Мы бы спокойно там прошли без палева по стелсу. Он стрельнул. Черт! Сильно задел! А, меня ранил. Держись, Артем, держись! Короче, бред, ну просто... Реально, в такой толпе нас бы не забыли. На землю, на землю, сука! Так, как я понимаю, твари! Вали! Я их вижу! Вон они! Ну, заводись! Остановите их! Вот. Стоп! Все, можно я... Да, все-таки. Так, кажись, оторвались. Теперь так, на театральную рвём, больше некуда. В чёрном туннеле, который дико развален полностью вообще. Ты как там, живой вообще? Молодцом, броник вещь. А, мы ещё броники. Чёрт, тупик! А ну, держись! Ты чё, дебил? Вот... Ай, господи! Да ну, а ты другого ожидал, да? Дебила кусок. Ну всё, приехали. А, отлично. Делать нечего. Пошли, блин. Кретина кусок. Как я понимаю, нам в ту дыру лезть, наверное. Давай! Давай! Вот так чудеса. О, труба! О, труба! Вот так. Ну-ка, посади! Ну, как обычно. Опа! Так, ты подожди, а я гляну, что там. Угу. Подождем. Как я понимаю, он куда-то упоролся. Его поймали немцы. Побили. Ты смотри, какой ловкач. А ну, мужики, тащи его на пост. И увезли. Слышь, а если он не один тут? Внимание, второй пост. Проверьте свой сектор туннеля. Повторяю, проверьте свой вообще сектор отлично. Туннеля. Мы крысы так, жители, ну давайте. Достались. Там еще могут быть. Пройдемся. Будет дикий стелс, я конечно попробую поднять. А, вот они в лице. У нас 8 патронов. Yes. Одного взяли. А сколько их было? Красные диверсанты по одному и не ходят. Сидим никогда. Тихо. Проверить надо. Сыкопно. Ну вот. Так, ну что мы можем сделать? У нас имеется 2 метательных ножа, пистолет с глушителем, автомат что? С глушителем. Кто-то. Так-так. Ай-я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 й, ё-моё. Агась. Ну, стелса у меня не получилось. А фашики уже наготове. Ладно, я сольюсь, чтобы сделать все по стелсу. Я просто сейчас специально убиваю, что это не обращает внимания. Ну как бы, мне надо... Ай, дикий фазик! Если я сейчас замешу вообще, я оборжусь битвы. Вау, меня все-таки убили. Ну что ж, открывается занавес. И начинается представление. Патрон у нас. А, сейчас достанем. Агась. А сколько их было? Красные диверсанты по одному и не ходят никогда. Сейчас, короче, проверим. Проверить надо. Сыкопно. Эй, что такое? Отходи нафиг. Не отвечай. Да ё-моё. Попытка номер 3. Диверсанты по одному и не ходят никогда. Так. Так, ну, отходи же. Кто здесь? Блин, он уклонился от ножа. Ну какого фига? А, запарили! Запарили меня! Попытка номер 500.
спрячусь в паутину. А я маленький паук. Я маленький паук. Паук. Да, я маленький паук. Красные диверсанты по одному и не ходят никогда. Я маленький паук. Иначе потом до конца смены на паранойи сидеть будем. О! Что у тебя? Знаешь, давай до тупика пройдемся. Там и храм. Yes! Маленький паук победил! У-ху! Стелс? Дикий стелс. Стелс, ты такой стелс? Так что... Ага. Ну давайте пройдем вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. При таком шуме, я думаю, они не услышали нашего выстрела. Так, что мы можем сделать? Ну, он там слишком палевно ходит. Угу. Ну, мы можем, в принципе, завалить сейчас множество чувачков. Костер, конечно, фиг потушишь, но давайте попробуем пройти. Второй пост, доложите. Уроды как есть. О. Кожа черная. У нас все спокойно. Хрен знает, как размножаться. Вас понял. Глазищи без духов. А еще говорят, как эта тварь тебе... Что за тварь? Опа. Так. Прячемся. Мы потеряли оба ножа. Очень фигово. Очень фигово то, что мы потеряли оба ножа. Ну, естественно, я попробую пройти по стелсу сейчас. Так, надо все обеспечить. Просто взять и большую часть обесточить. Чисто, чтобы нас вообще не видно было. Оп. Так. Сейчас я подумаю, как нам пройти. Угу. Тут, иди нафиг. Ай-яй-яй. Фух, я еле сбежал, блин. Как бы... Угу. Кто? Там вроде... Стой, кто идет? Yes. Еще немного ламп. Минус два. У нас один патрон. Тут 29. Если бы я сейчас обшмонал, пошел кого-то, у нас бы были патроны. Но это как бы very dangerous. Very, very dangerous. Ага, не на то. Так, кто-то спускается. У нас один выстрел, непонятно. Помните, да? Вроде отсюда слышал. Хотя... Yes! Что? Оп! Отлично. Что ж, теперь... Лампа раз. Лампа два. И если получится, обесточу все нафиг. Но нет, видимо, у нас не получится. Что это? Люгер какой-то с прицелом. Ничего так. Но мы можем взять три оружия, поэтому если начнется бой, то я успею. Что ж, нам бы... Что это вообще было? Он так перезаряжается. Ясно. Только не могу открыть дверь. Господи. Так. Даже аптечку нашли. Вот так. Чудеса. Что ж, я думаю, стоит сходить вот сюда. Наверх. Наверху-то уже никого нет. Почти, по-моему. Я все обесточил.
отлично. Давайте пройдемся поверху, наверное. Я думаю, то, что это грамотное решение. Угу. Где же прожектор у нас? Вон он. Все, ну вроде я почти всех снял. Вот тебя. И еще у нас все, вроде никого не осталось, поэтому можем встать. Полный рост и спокойненько тут бродить, ходить себе. Что ж, поднимемся наверх и осмотримся. Думаю, что это выход. Yes. А? Что? Сдаюсь! Не стреляй, я сдаюсь! Точно! Я сдаюсь, не стреляй! Ну смотри мне, рейховская тварь. Я, конечно, ненавижу фашистов. Вот убил бы скотину прямо здесь, но... Я хочу, как бы, я знаю, что в метро две концовки, а плохая и хорошая, и если мы будем сидеть людей, то будет хорошая концовка, а я хочу хорошую концовку. Вот такие пирожки. Что ж, ну, я думаю, можем тут походить с фонариком себе позволить, я даже вот так вот могу смело шастать здесь, и мне ничего за это не будет. Угу. Ладненько. Я могу просто оглушить. Ну или ладно. Так, выключу фонарь, наверное, как-нибудь беспалевно. Блин, а куда что-то теперь идти-то? Так, я нашел туннель сквозь вентиляционную шахту. Долго очень ерзал там. Ну, вроде бы нормально. Это тот путь должен быть. Ай, чертовы пауки, как я их ненавижу, блин. Реально, я ненавижу пауков. Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, желтый, какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут бросить. Так, ну, глава называется «Друг». Мы идем спасать Пашу. Реально, он рисковал своей жизнью ради... А, вот и он, ради нас... Артём! Блин, Артёмыч! Я знал, что не бросишь меня. Мы ж с тобой как эти, как мушкетёры. Один за всех и все за одного. Я тебе по гроб жизни. Достань только меня отсюда, а я тебя к твоим выведу в два счета. Дьявол! Это за мной! За мной идут! На вешалку! Давай, брат, не подведи! На тебя вся надежда! На выход, крыса краснопузая! Что ж, мы ползем по все-таки еще рейховской станции. Вот. Ну давай, скажи, моя мать шлюха, говори, Дрищ. Иначе ты у нас получаешься уродом. Раз твоя мать... Что ж, давайте осмотрим шкафчики. Сейчас я чуть-чуть помародерю. Хо-хо-хо. Вот там какой-то сундучок. Отлично, нашел метательный нож. Как он мне был нужен. Слоумо. Четко. Нет! Нет! Да. Моя мать! Шлюха! Вот, что и требовалось доказать. Раз она шлюха, значит, скажи маме, мы зайдем в гости. Я бы даже под предлогом смерти вяки, так бы никогда в жизни не сказал. Понял меня? Вякни, и мои следующие дети будут твоими братьями. Раз как новые нормы, сразу ползу на этой стене. Парень, нафиг он без света. Что это? Тревога, красная! Да, я понимаю, я спалился. Минус. Видел одного. Спрятался гад. Надо искать. Нет, видишь его? Что-то вы все забегали как-то, ребятки. Ну, фашисты, твари, я буду вас с люги расстрелять. Ну, пошли зарабатывать новые нашивки. Да ну. Вот он, ты меня типа видишь, да? Внимание! Держите! Подкрепление уже близко!
Вот, ну, короче, я хотел поставился, не получилось. Нет. Я их валил, короче, убил сейчас человек 10 все-таки, но меня завалили. Так, пока они отвлечены. Моя мать. Уходим отсюда. Вот. Что я требовал? Выкрутим лампочку. Охо-хо, сейчас будет дичайше стелс. Сейчас мы погасим. Неужели лампочку. Оставил свой сундук без охраны? Эй, там вроде кто-то... Опа. Ничего, так я прошелся беспалевно. Капец просто. Закончил там. Искрит. Два патрона. Так, как-то, как я понимаю, кто-то справа, потому что освещение идет таким образом. Вот. Ничего, скоро нормальных электриков наберем. Янзу вздрючим, будут тебе и электрики, и жлюхи, и чё хочешь. Сейчас бы... И все бесплатно, и круглосуточно. Но позже. Скрипами. А пока вам поди на мозгами. Эй, что сам такое? Сам бы пошёл да гляну. Кому шлюхи, кому жульен с грибами? Опа! Чувачок-то упал! Ой, как плохо, ой-ой-ой-ой-ой. Надо срочно выключить весь свет. Прям, ой, как плохо, что ли. Готов! Красные атакуют! Блин! Короче, как-то так, вышло это... ну, не совсем по стелсу, так сказать, мягко. В общем, тут... Два трупа. Угу. Вот, даже не совсем два, а поболя слегка. Ну, в общем, не совсем по стелсу я прошелся, поэтому тут еще люди есть. Фига, блин. Ладно, тебя. Тут еще. Еще что ли? Я думаю, если бы мы выключили источник освещения, был бы, в общем, еда. Я скинул еду, господи. Ладно. Вау, я даже гранату нашел. Обходите эту сволочь! Патрон. Ой, какая тут цаца. Фига себе. Так, голову. Вот теперь убил, по-моему. Убил? Вот теперь убил. Да нет, господи, тут броня там, что ли. Ладно. Все. Я думаю, последнего я грохну метательным ножом. Ага, ага. Не, ну действительно, не совсем по стелсу было. Что ж, я думаю, на этом стоит закончить наш скучный выпуск. Вот. Закончил фразой Ли то, что... Никогда, никогда не смотрите мой летсплей. Ну ладно, я шучу, конечно. Ну, просто этот выпуск мне самому даже не нравится, но я все равно его выложу. Всем спасибо за просмотр, пока.